Друзья, всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Всем отличного настроения. Присоединяйтесь для тех, кому интересно вязание рукоделия. Итак, я хочу вам выразить благодарность за то, что вы смотрите регулярно мои ролики. Мне это крайне необходимо, очень приятно для того, чтобы в дальнейшем придумывать новые интересные узоры. Сегодня очередное таковое же интересное переплетение с эффектом вытянутых петель, секционное. Вот посмотрите, какие арки у нас интересные сформировались. Раппорт такого узора 3 петли и 4 ряда. И я начинаю показывать, как вяжется первый ряд раппорта. Итак, мы снимаем первую кромочную петлю. Далее мы вяжем лицевыми с дополнительным накидом внутри петли. Далее переходим ко второму ряду. Здесь мы будем проделывать вот такие вот манипуляции. Раскручиваем первые 3 петли, возвращаем их на левую спицу и провязываем вот таким вот образом. Первая петля лицевая, оставляем на левой спице. Далее вяжем первую и вторую вместе лицевой. И первую, вторую, третью вместе провязываем лицевой, после чего мы сбрасываем. Третий ряд снимаем кромочную, и 3 вот эти петельки, получившиеся в предыдущем ряду, мы провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. Далее вытягиваем вот такую вот петлю, повторяем. И провязываем таким образом третий ряд до конца. Переходим к четвертому ряду. Снимаем кромочную. Далее у нас идет лицевая, накид и лицевая. Повторяем: лицевая, накид и лицевая петля. Восполнили мы в этом ряду все наши утраченные петли с помощью накидов. Пятый ряд мы вяжем изнаночными. А шестой заключительный ряд мы провязываем лицевыми. А
Ну что ж, друзья, наш узор готов, полотно наращивается очень быстро, поэтому смело принимайтесь за какие-либо масштабные изделия. А мой мастер-класс подходит к концу. Я надеюсь на лайки от вас и позитивные комментарии. И прощаюсь с вами до завтра. Всем отличного настроения.